Запросто. Ездили, нас отвозил сейчас водитель на катер на место, которое где с копищем медведи, они там играют, они там едят рыбу прямо в траве и прямо в воде едят. Это безумное на самом деле такое ощущение, непередаваемое ощущение. Это обязательно стоит посмотреть и обязательно стоит посетить это место, потому что так близко медведя в живой природе вы, наверное, нигде не увидите в безопасном месте. Это очень круто. Впечатление, конечно, нереальное. Работники озера вывезли нас в бухту Северную. В этой бухте одно из основных нерестилищ, на котором, ну, я лично насчитал 13 особей медведей, то есть и крупные, и медвежата, вот, игра, там и мама ребенка и почешет, и они там друг друга, ну, в принципе, ведут себя как дети.
стоило идти 12 километров, чтобы это увидеть? Можно было пройти 50, чтобы это посмотреть, потому что вдруг такие возможности не часто выпадают. Что это за волшебство такое? Это подожди. Искусственная кожа. Не-не-не, стой. Все, я тебя не пойму. Вот, все. Во, все, убрал. Во, смотри. Кожа. Я вот даже не знаю, может ее поднять? Не-не, подожди, она прям на голую мозоль, она на голую мозоль. Снимай тогда. И знаете что, надо это самое. Вам, конечно, воду завтра, блин, надо обязательно сапоги. Чуть-чуть, на, подержи, посвети. Надо это, чтобы она пригрелась. Надо. Вам обязательно нужны сапоги завтра. Я потерплю. Во. Все, готово. О, я в анал истории войду.
самолет.